За волевую победу в стартах по боулингу, которые проходили в период с 26 по 28 декабря, боролись 170 юношей и девушек. Зимние соревнования, которые традиционно проводятся под эгидой администрации Ленинского района города и Белорусского республиканского союза молодежи, на этот раз объединили рекордное количество участников. Здоровый образ жизни – это то, что нужно нашей молодежи. Это очень важно, поэтому с каждым годом количество команд увеличивается. В этом году 11 команд принимало участие, и работающая молодежь, и школьники, то есть преемственность в этом виде спорта, скажем так, видна. И хотя многие из участников киглипада впервые катали шары и пробовали выбить свой первый страйк, баталии между 11 командами получились жаркие. Большая часть игроков билась за победу до последнего. Первое место по итогам игр было присвоено сборной команде «Ленинская молодежь БРСМ» под руководством Кирилла Сивакова. Постоянно претенденты на победу – это Брестский облсполком, БРСМ команда, Белтелеком, Белпочта. Но в этом году появилась новая команда, те, которые, наверное, показали, что могут соперничать с такими командами, как облсполком. Очень себя хорошо показала 8-я школа, 18-я и 20-я. Соревнования по боулингу среди молодежи Ленинского района Бреста определенно получат статус одних из самых зрелищных состязаний в городе. И об этом мы обязательно расскажем в наших следующих сюжетах.